Пожар в жилом доме в Харькове. Загорелась крыша двухэтажного здания. Огонь вспыхнул неподалеку от одного из супермаркетов. К месту происшествия были брошены 8 единиц пожарной техники и 40 спасателей. Через час они справились с огнем. Из задымленного здания вывели 2 человек. Погибших и пострадавших нет. Сейчас в госслужбе по чрезвычайным ситуациям выясняют, что стало причиной этого происшествия.